Недавно мы рассказывали вам про iPhone XR, и в этом ролике промелькнуло несколько интересных чехлов для этого смартфона. У Apple вообще сложилась необычная ситуация. Для iPhone XR в официальном магазине есть лишь один чехол — прозрачный силиконовый за 3500 рублей или $40. Как-то это многовато. Поэтому мы решили рассказать вам, какие чехлы вы можете купить для вашего iPhone XR, да и не только для него. В этом видео мы покажем 10 классных чехлов на примере 10R, но мы обязательно расскажем, есть ли эта модель и для других смартфонов. Итак, наш топ-10 чехлов для вашего смартфона. Для начала коротко пробежимся об интересных чехлах, а потом перейдем к нашему топ-3. Итак, если вы не любите чехлы в принципе, и проблема заключается в том, что вам не нравится, что они увеличивают габариты устройства, вам подойдут чехлы Totally. Они очень-очень тонкие, и это главная фишка компании. Чехлы Totally буквально как вторая кожа для вашего смартфона. В арсенале компании есть куча разных цветов и версий для всех моделей iPhone, для Google Pixel и для Galaxy S9 и Galaxy S10, и их плюс-версий. Стоит такой чехол $29. А вот по-настоящему необычный экземпляр – чехол из натуральной пробки от компании 1521. Забавное название – сама компания из Стокгольма. В абсолютно минималистичном скандинавском стиле этот чехол и прост, и в то же время имеет свой шарм. А выполнены все чехлы 1521 из переработанных пробок от бутылок. Стоит этот чехол 39 евро. Есть версия для Samsung Galaxy, Huawei P20 и для iPhone разных моделей. А еще есть бесплатная доставка по всему миру. Еще один экземпляр с необычной идеей – мод NX от компании RhinoShield. Это модульный чехол-бампер. В комплекте с ним идет бампер, он может быть разных цветов, а также задняя крышка, которая вставляется в бампер, если это нужно. То есть получается два в одном. А фишка чехла в том, что этих задних крышек на сайте компании огромное множество, и все они с разными рисунками. Вы можете выбрать что-то конкретно под себя или несколько разных вариантов. Стоит стандартный комплект $32. Но если вам нравятся кожаные аксессуары, то вам нужен чехол от Nodus. Выполненный в классическом стиле, Nodus Shell Case 2 напоминает стандартный чехол от Apple, но его выдает фирменный логотип и одна фишка. Внутри чехла есть магнит, который можно использовать в паре с компактным магнитным доком. Этот док можно закрепить на стене, например, на кухне, и использовать как подвесную подставку, что очень удобно. Стоит этот чехол $65, и компания делает бесплатную доставку по всему миру. Если вы любите кожу, то обязательно посмотрите и на то, что делает компания Vaha. Чехлы у нее очень дорогие, например, для 10R чехол стоит $100, а для Galaxy S9 — 90. Но сейчас у компании скидки, можно купить чехол довольно выгодно. При том, что Vaha использует лучшую кожу, и продукты у нее действительно потрясающего качества. Со временем такая кожа покрывается патиной и выглядит еще лучше. Ну и, кстати, компания доставляет свои чехлы по всему миру. Но если кожа не ваш вариант и нужно что-то яркое и особенное, то вам понравится продукция от компании Tech 21. Tech 21 делает совершенно безумные по своей яркости чехлы Liberty. Это чехлы, окрашенные в яркий орнамент или с ярким рисунком. При этом все кейсы выполнены из резины и очень хорошо защищают смартфон от падений. Стоит чехол недешево, от $50 и выше, но выглядит очень ярко. А еще компания доставляет свои чехлы по всему миру. Если вы любитель активного отдыха, то и для вас есть один экземпляр – чехол Lander Tory. Это защитный резиновый чехол с ремешком для руки. Компания позиционирует свои чехлы как идеальный продукт для путешествий и активного отдыха, а комплектный ремешок – как прекрасную защиту от падений. Чехлы действительно симпатичны, а ремешок, кстати, надевать совсем не обязательно. Внутри у чехла есть специальные борозды для отвода тепла, а на самом корпусе покрытие со светоотражающими свойствами, чтобы если телефон выпал из рук в темноте, вы легко и быстро могли его найти. Стоит такой экземпляр $40, но теперь к трем нашим фаворитам. Первый в этой тройке – UAG. Мы уже не раз рассказывали вам про эту компанию. Urban Armor Gear – название говорит само за себя. Эта компания делает защитные чехлы, которые выглядят футуристично и напоминают деталь космического корабля. Чехлы достаточно массивные, но при этом имеют амортизирующие углы, выступающие над экраном кант. При падении с вашим смартфоном, скорее всего, ничего не произойдет, если только экран не разобьется, но это уже другая история. Чехол позволяет использовать беспроводную зарядку, а вырезы под Lightning и кнопки сделаны грамотно, поэтому нажимать на кнопки питания или качельку громкости можно очень легко. UAG особенно удобны с компактными смартфонами, вроде iPhone 10, Pixel 3 или Galaxy S9. С большими iPhone 10R или Galaxy Note 9 становится уже не так удобно, но совершенно точно безопасно. Выбора по цветам и моделям на сайте производителя довольно много.
Самый модный цвет — это камо или камуфляж. Есть и яркие цвета, и наоборот, классические черные или белые расцветки. Кстати, полностью белый чехол с черными акцентами смотрится очень эффектно. UAG делают чехлы для разных смартфонов, планшетов и даже для ноутбуков от Apple. Если не можете найти чехлы UAG в своем городе, то на официальном сайте есть международная доставка, а конкретно вот такой чехол для iPhone XR стоит $50. Еще один чехол для 10R — Muja Full Leather Wallet Case в новом черном цвете. У этого чехла есть версия с кармашком под картой проездные, есть версия без него, а также есть несколько цветов — коричневый, черный, зеленый и синий. Сами чехлы есть для разных моделей iPhone и Galaxy S9 и S8. Чехол выполнен из натуральной кожи, а внутри у него мягкая японская микрофибра, чтобы не царапать корпус вашего драгоценного телефона. Этот чехол — прекрасная альтернатива родным кожаным кейсам Apple. Сделан он очень качественно, чувствуется, что компания занимается кожей уже давно. Выштамповки под кнопки сделаны так, что любые клавиши нажимаются очень легко, а это важно, когда ваш чехол достаточно плотный. На нижнем торце большой вырез, чтобы не закрывать динамики, микрофон и порт для зарядки. Стоит такой чехол 42 евро, и это довольно распространенная компания, так что их чехлы можно найти и в крупных городах. А можно заказать и на фирменном сайте с доставкой по всему миру. Кстати, Muja делает не только чехлы. В арсенале компании есть уникальные перчатки Touch Screen Gloves, которые позволяют управлять смартфоном, не снимая их. Новая модель сделана из флисового материала, с одной стороны достаточно тонкая, с другой теплая и, главное, идеально работает в паре со смартфоном. Отличный вариант для холодных городов, когда снимать перчатки лишний раз неохота. Стоит новая флисовая модель 42 евро, но и купить можно на фирменном сайте. Еще одни наши любимцы — Pitaka. А любим мы их за то, что компания делает очень тонкие чехлы из арамидной ткани. Чехол MagCase от Pitaka настолько тонкий, всего 65 мм, что он практически не ощущается на смартфоне. При этом он дает определенную защиту, но главное, и это, наверное, даже важнее, меняет внешний вид вашего смартфона. Фишка этого чехла — сверхпрочная арамидная ткань, которая по структуре и рисунку, а также по своим свойствам очень похожа на карбон, но гораздо эластичнее и даже прочнее. Чехол не скользкий, тактильно очень приятный. Pitaka MagCase понравится тем, кто не любит толстые чехлы или чехлы в принципе, но у этого кейса есть и еще одна фишка. Внутри у него вплетены металлические волокна, которые позволяют ему примагничиваться к фирменным зарядкам и док-станциям. Например, у компании есть магнитный автомобильный держатель с беспроводной зарядкой. Вещь очень удобная и для автолюбителей почти незаменимая. Есть и домашние зарядки, например, настенная магнитная MagBar или настольная MagDock. Pitaka — это яркий пример того, как компания развивает одну идею во всех своих продуктах и делает это очень здорово. Стоит такой чехол $50. Есть версии для разных iPhone, Samsung Galaxy и Google Pixel. Автомобильная зарядка-держатель стоит $30, и при покупке вы можете выбрать разный тип креплений. Кстати, в комплекте с автозарядкой идет качественный USB-C кабель, что очень приятно. В общем, этот продукт, который подарить не стыдно, и для себя купить очень даже можно. На сайте Pitaka есть доставка по всему миру и даже гарантия в течение 2 месяцев. Ссылки на все чехлы, про которые мы рассказали, можно найти в описании. Почти все компании доставляют свою продукцию по всему миру, а значит, лучше покупать самостоятельно на фирменных сайтах. Если вам понравилось, ставьте ваши лайки и напишите, какой чехол вам понравился больше всего. Это The Rocko. Всем пока!